16 лет назад я закончил школу. И часто, когда прохожу мимо учебных заведений или бываю там с лекционными занятиями, я вспоминаю свои школьные годы. В школьные годы закладываются основы поведения, и очень важно дать ребенку правильные ориентиры, чтобы в дальнейшем подросток сам смог определить, что хорошо, что плохо. И это также касается вопросов употребления алкоголя, сигарет, других наркотиков. Ни для кого не секрет, что курение, употребление алкоголя становятся теми самыми ступеньками на лестнице вниз, приводящей человека к очень тяжелым последствиям и роковым ошибкам. Мы знаем, что реклама алкоголя и сигарет запрещена законом. И не секрет, что огромные деньги их производители тратят на скрытую рекламу. Мы видим, как фильмы, молодежные сериалы наполнены сценами употребления. Конечно, такие сцены направлены прежде всего на наших подростков. И нам надо действовать на опережение. В фильмах организации «Общее дело» раскрываются механизмы манипуляции. Наглядно показано, как за свой личный выбор подросток принимает циничный финансовый расчет третьей стороны. Например, в таких документальных фильмах, как «Наркотики. Секреты манипуляции», «Секреты манипуляции алкоголь», «Секреты манипуляции табак», рассказывается та самая закулиса, каким образом молодежь вовлекает в употребление всех этих наркотических веществ. Для эффективной работы с видеоматериалами общего дела разработана специальная программа, которая прошла экспертизу в Министерстве образования Российской Федерации. Создана программа и мультфильм «Тайны едкого дыма», в котором наши герои отправляются в приключения по организму курящего и собственными глазами видят, что происходит с ним, когда он курит. И важно сказать не только то, что плохо, но и что хорошо. Программа «Конструктор отношений» и в фильмах «Тайна природы женщины. 5 секретов настоящего мужчины» даются правильные ориентиры как для юноши, так и для девушки, как развивать качество своего характера. Мы часто слышим от школьных психологов, от педагогов о том, что не хватает хороших профилактических материалов для работы с учащимися. Особенно эта ситуация актуальна для отдаленных школ, для поселковых школ. Давайте сделаем так, чтобы комплект материалов общего дела был в каждой школе. Начать можно со своей школы. Перейдя по этой ссылке, вы можете оставить заявку на отправку комплекта материалов в ту школу, где вы учились, либо в любое другое учебное заведение. Можете оставить специальный комментарий, который мы отправим вместе с этим комплектом, и вы обязательно получите уведомление об отправке. Вы можете просто поддержать этот проект, не указывая конкретного учебного заведения, а перечислив любую удобную вам сумму. Мы сами отправим комплект материалов в те школы, которые наиболее нуждаются в этом. Давайте вместе сделаем нашу страну лучше.